Снова какой-то. Уидом прибыл. Здесь гнездятся гарпии. Ну как, дела идут? А с чего бы им не идти, если я делаю лучшее оружие на островах? Погляди, это железо вырвано из чрева горы Артфаант, где добывали руду великаны. Огонь в моей кузнице не угасает уже 6 поколений, переходя от отца к сыну. И каждый день на рассвете Хара, моя младшая, приходит сюда и роняет каплю своей крови в воду, в которой я закаляю клинки. Что нового в Фирсдале? Нового? Ничего. Это тебе небольшая земля, где что ни год все меняется. Мы живем, как наши отцы и деды. Ловим рыбу, охотимся, ходим в набеги. И так будет, пока не придет Рагнарёк. Как насчет партии в Гвинт?
У тебя сегодня плохой день. Оставьте его! Но никто другой не захочет его купить. Все боятся Анкрайта. Вперед, плотва!
Но! Медальон дрожит. Это место силы. Шевелись, плотва.
Нет плохих драконов. Нет плохой погоды. Ты видел чертежи? Мама странный говорила, что ты герой. Ролли, но почти не жри столько. Ой, это еще ты почему? Призрак из Мёрфуга? Если в живот мечом получишь. Ты чужак. Думай, куда идешь. Фу, треска-то была верно не свежая. В чем дело? Я отыскал вашу пропажу. Кулию? Да будет благословенна Фрея, где ты его нашел? На севере острова, у кладбища китов. Не спрашивай, откуда он там взялся, это долгая история. Во всяком случае, насчет воров не беспокойся, они уже никогда не будут красть. Ты заслужил награду. А я еще и от себя кое-что добавлю. Если бы Кулио не нашелся, мне бы пришлось смыть этот позор собственной кровью. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Чем пришел? Я бы не отказался от партии в Гвинт.
Чем пришел? Покажи. Бывай. Возвращайся, откуда пришел. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Бывай. Дьявол, ты не похож. Не знаю, буду я что-нибудь покупать или нет, но вот в карты я бы сыграл с удовольствием.
Видно, ты не местный. Что тебя занесло на Спикероу? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья — это святое. Ты займешься этим делом? Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мала. Если ты приведешь его домой, то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом в точности. Согласен. Посмотрю, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. С тобой поговорить. Оставь меня. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал мое имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, о которых говорила Брит. Пусть жалятся надо мной боги, раз люди не хотят слушать. За тобой слежу. Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижешь меня, волосы уже в глаза лезут. Бывай. А,
ходишь, что ли? Тебе уже хватит. Домой иди. А ты, сука, кто такой, чтобы мне говорить, что я должен делать? Ярлы тебя королем выбрали? Я островами не владею. А вот корчмой уж наверняка. Так что успокойся. Или вылетишь отсюда с разбитой мордой. Ну что там? Приветствую, незнакомец. Ищешь развлечений или желаешь выпить? А какие здесь у вас развлечения? Ну, пиво, вино и сивуха. А что ты собирался в корчме делать? В ладушки играть? Не знаю, откуда ты приехал, но должно быть издалека. Ты можешь рассказать о вашем клане? Говорят, мы, люди из клана Броквар, лучшие пловцы. Мне казалось, на скеллиге все отлично плавают. Хе-хе, но это тебе только казалось. Плавают-то все, это конечно. Вот только на драккарах, разодевшись в тяжелые меха и шкуры. И воды касаются, разве что как у них пиво кончится в чарках. А наши ребята с малых лет прыгают со скал и ныряют, как тюлени. Покажи мне свои товары. Что скажешь насчет партейки в Гвинт?
Берегись, по горам разбойники. Я за тобой слежу. Ничего, завтра вернемся. Адал с богами говорит, тут уж редко. Приветствую тебя в доме ярла Удальрика из доблестного клана Броквард. Приветствую. Я хочу увидеть ярла. Войди. Ярл еще говорит с ворожеем, но скоро закончит. Только под ноги смотри. То есть? Наш ярл не любит света, споткнуться можно. Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы искать. Долго не болтай. Видно, у ярла снова вылечится. Продолжай. На вдруг видно, что он на я тебя и вчера. Я услышал крики по правому борту. Смотрю, что вы такого сделали? А половину команды смыло за борт. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать. Время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, ярл. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков. Я ищу Керис. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Керис. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На перу краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Керис, как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Отлично. А помните, как в заливе Сольве нас застал шторм? Помню, как сейчас. Овгун выпал за борт и утонул. Удальрик прыгнул тогда в воду и спас его. Его боги вели. Он сказал, их голос велел ему прыгнуть в пучину. Жалко только, они его от раны не уберегли. Ну, вчера плечо мы он себе до кости распорол, так оно потом месяц гноилось. Приключения ищешь? Ты совсем не страшный. Любишь соленый тебе? А я ненавижу. Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижешь меня, волосы уже в глаза лезут. Бывай. Эй, Мёна! Ну? Выходишь, что ли? Тебе... Привет. Говори сразу, чего тебе налить, и не мудри. Будь здоров. Говорят, Керис приехала. Ага. Большая честь принимать дочку Крайна. Она по делу? Или погостить? А я знаю. Должно быть не просто так. Ты что, не спросил? Интересно, такой ли ты крепкий, Если кто говорит не хочет, так я обычно и не вытягиваю. Ох, Йорк, никакого от тебя проку. Ты хоть треску от форели отличишь? Привет тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Я ищу Керис, дочь ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про ярла нашего расспрашивала. Про детство его.
Вот я и отправила ее к Бергторе с Эйриком. А это что за люди? Эйрик многие годы водил дружбу со старым ярлом, а тот помог ему добыть руку Бергторы. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керрис. Дашь меч подержать? Хеймдаль хранит Флантир. И как тут ловить, если этот полоумный Моркварк снова пиратствует? Для тебя это чародейка. Йеннифер, да? Этот сюда, должно быть, не на рыбалку приехал. Ты пришел издалека. Ты хоть треску от форели отличишь? Прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Керрис. Керрис? Дочь Краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Спасибо. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я, правда, занята, но вокруг столько девок красивых. Я ищу Керрис. Эту худющую? Глаза у нее, конечно, как у серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где она. Ее отец... Да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках. Ведьма? Вот это галантный кавалер. Не то, что мой опыт. А может, мы на чудище из пещеры засаду устроим? Да ты что? Его даже взрослые боятся. Вот именно. А представляешь, если бы мы привезли его башку? Подумай! Ой, мне кажется, скорее он нам головы подрывает. Ой-ой-ой, ты призрак из мертвого? Сегодня плохой день.
же здесь воняет падалью. Трупоеды. Утопцы не могли бы поднять пыльцы в воздух. Следы сирены, очень большой сирены. Грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка эта ехидна живет очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Эта тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. Oh!
Но! Все. Мастер-ведьмак! В пещерах на побережье поселилась старая эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Я поговорю с ней. Должен же я хоть что-то для нее сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми вот, ты заработал. Бывай. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Твой жених умер, его похитила и убила эхидна. Нильс. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Спасибо. В моем деле каждая монета пригодится. Мой Нильс умер. Погиб, как подобает войну. И никто больше не скажет, что он был мне неверен.